Пробежка в местном парке, очевидно, принесет немалую пользу для здоровья. Но исследователи говорят, что даже умеренная активность играет роль. Ученые из Института спорта Университетского колледжа Лондона оценили, как различные виды физической активности влияют на работу сердца. Они проанализировали данные 15 тысяч человек со всего мира, включая Великобританию, Австралию, Финляндию, Данию и Нидерланды. Акцент делали на тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Проверяли, сколько времени те проводят сидя и на ногах, а также сколько спят и как долго выполняют физические упражнения. Исследование показало, что 5 минут уверенной активности оказывают положительное влияние на здоровье сердца. Вы получите больше пользы, если будете двигаться 10 минут вместо того, чтобы сидеть или стоять. Мы всегда обнаруживали, что сидение, лежание или малоподвижный образ жизни оказывали наихудший эффект. Это просмотр телевизора, сидение в машине, поездка на работу, лежание на диване, время в телефоне и так далее. При этом ученые определили, сколько времени нужно простоять, чтобы заменить 5 минут физической активности. Чтобы получить ту же пользу от стояния, каждый день вместо сидения придется стоять по паре часов. Исследователи говорят, что полезна любая активность, не только интенсивная. При этом, если вы почти целый день сидите, то больше пользы получите именно от умеренных физических упражнений. Это может быть быстрая ходьба. Она прекрасно повышает частоту сердечных сокращений. Так что выйдите на улицу, погуляйте 20-30-40 минут. Чем больше упражнений вы делаете, чем быстрее идете, тем лучше начнет работать ваше сердце. При этом с возрастом людям также важно сохранять баланс и гибкость. Для этого им стоит ежедневно выполнять несложные упражнения, такие как приседания, выпады, отжимания у стены, стояние на одной ноге и просто ходьба по прямой.